В пресс-центре последнее приготовление. До чемпионата один день, и хоть официально во всех городах журналистов уже готовы принять, настоящего аншлага ждут завтра. В этом зале на 80 мест дважды в день будут встречать спикеров, послов чемпионата мира, спортсменов. Все пресс-конференции и, конечно, сами матчи чемпионата будут транслировать и на большом экране в рабочей зоне. Для журналистов здесь 100 рабочих мест, около полусотни компьютеров. А там, где их нет, можно расположиться со своим ноутбуком, подключившись к высокоскоростному Wi-Fi. Пока все это оценивают наши казанские коллеги. Получил бейдж, который дает право сюда заходить. Вот опробую компьютер. Все замечательно работает, интернет есть. Настрой боевой, будем работать, болеть за сборную России, желать ей побед. То есть, ну, работать будем 24 часа в сутки. Мы к этому готовы. Настрой позитивный. А какой еще, когда в родном городе проходит такое событие? И каждый день для журналистов интерактива от Госкомитета по туризму. У их стенда будут мастер-классы по гончарному делу, татарскому шитью и многое другое. Начиная от кулинарии, каких-то вкусностей чак-чака, щпищмака. Причем это не просто попробовать, будут мастер-классы, например. Мы понимаем, что журналисты люди достаточно занятые, они приходят с конкретной целью, а здесь они просто смогут в короткие сроки, и не выезжая, и не выходя из этого пресс-центра, познакомиться с республикой. А при желании можно и выехать. За время работы пресс-центра отсюда отправят на 40 экскурсий по достопримечательностям Казани, а еще в Болгар и Свияжск. Заглянет в пресс-центр и Кыш-Бабай, пригласит гостей вернуться в Татарстан зимой. Весь месяц здесь и выставка издательства «Таткнига». Нравится людям узнать побольше. И еще не только в интернете, не только в смартфонах. И вот книжные версии хочется унести какую-то частичку. Вот мы подготовили путеводитель про Казань. До 16 июля пресс-центр будет работать без выходных с 10 утра до 10 вечера, а в дни матчей и вовсе до 2 часов ночи. Лена Зинатульна, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.